Скандал разразился в Луганске на 10-ю годовщину захвата СБУ. У главы группировки ЛНР Леонида Пасечника возникла мысль исторического масштаба. Почему бы не переименовать сквер героев Великой Отечественной войны в честь русской весны? Реакцией общественности была буря возмущения. «Не смейте убирать название!» – кричал интернет. «Постройте новый сквер и назовите его хоть именем Пасечника!» – предложили другие, возможно, не слишком вежливо. Провокационная публикация исчезла вместе со всеми надоедливыми комментариями. В новой версии упоминался один из скверов, но оригинальный текст сохранился в кэше поисковых систем. Изначально георгиевская лента была символикой антимайдана, а не триколор. Но луганчан тогда обманули, а теперь попытались у них под носом переписать их историю, переименовав сквер. Любопытно, что и антимайдан незаметно переименовали в русскую весну. Ведь антимайдан подразумевает существование Майдана, а его Кремль боится, как черт ладана.